За окном глубокая ночь. В сетевой магазин на проспекте Мира врывается любитель спиртного. При помощи тротуарной плитки ему удается разбить стеклянную дверь. Этот злоумышленник уже неоднократно судим за кражу. В этот раз он позарился на продукты питания, табачную и алкогольную продукцию. Через проем, через стекло залез. Дальше? Набрал сигарет, вина. Как бы забрать, но сегодня не успел. А вы с вами остановите? Да, конечно. Информация о проникновении в магазин оперативно поступила в дежурную часть. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Кирова. Он пытался совершить кражу, но был не в состоянии вынести товар за пределы торговой точки. В этом признается сам подозреваемый. После получения сообщения о преступлении незамедлительно прибывшими оперативниками правонарушитель был задержан при выходе из торговой точки с краденным товаром. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Алкогольный воришка уже заключен под стражу. Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.